Австралийском Сиднее около 10 тысяч человек вышли на улицы восточной части города, чтобы выразить свою поддержку Израилю. Митингующие несли в руках израильские флаги и призывали руководителей палестинской группировки «Хамас» немедленно остановить запуск ракет на территорию Израиля. А в это время в центральной части Сиднея демонстранты несли в руках палестинские флаги и скандировали лозунги против бомбардировки жителей сектора Газа. По данным местных СМИ, если в поддержку Израиля горожане вышли только сегодня, то вот пропалестинские митинги продолжаются уже четвертый день подряд.